Управление внутренних дел по Ивановской области разыскивает Александра Андронова, 1988 года рождения. На вид ему 20-25 лет. Худощавого телосложения. Кожа смуглая, волосы темно-русые, прямые. Густые черные брови, глаза карие. Молодой человек по национальности цыган. Его подозревают в убийстве. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Андронова, полиция просит позвонить по телефонам 32 80 00, 37 82 69 или 02. Анонимность и вознаграждение гарантируются.